Всем привет, продолжаем проходить GTA 5. В прошлой серии мы закончили на том, что мы поработали в порту, там разведали чё почём, как нам, короче, стырить какое-то военное оружие с грузового корабля. Так, откуда тут этот Lexus вообще белый взялся? И на нем чё, приехал, что ли? Ладно, поедем на своей тачке. Так, а поедем мы... Так, это что у нас? Вот это вот. Б. Барри. Так. А это... Этот. ХС какой-то. Мини-подлодка. Так, поедем, наверное, к Барри. Я бы на самом деле такси поймал, потому что ехать достаточно далеко. Хотя нет. 1,5 километра сейчас так своим ходом доедем. Кстати, вот завтра выходит крупное обновление в GTA Online. Ну, как крупное? Оно самое крупное вообще должно быть в истории. Ну, как утверждает Rockstar, на деле, возможно, получится там добыть какой-то островок, так какое-то ограбление малюсенькое. Короче, завтра в 12 часов по МСК вот выйдет оно. Я сразу его начну скачивать. Как скачаю, засниму видео где-то на час там, может быть. Ну, как уложусь там. Потом по сериям мы тогда будем подготовку. Я буду один. Один я проходить подготовку буду. Короче, будет интересно. Так, ну мы пока что приехали. Пока что приехали. Так, что у нас тут? Бери меня с налог. Вы не подпишете, сэр? Что это? Самая важная борьба на свете. С нищетой? Не-не-не-не, я самая важная, самая другая. Со СПИДом? Не-не, другая. За права животных? За легализацию. Вот, подпишите. Черт, где моя ручка? За легализацию чего, блин? За то, что основатели считают нашим правом... Правом это употреблять целебные травы. Легализовать траву? Ты что, издеваешься, мать твою? Я же зарабатываю на ней кучу бабла, ты чего? И легализация это последнее, что мне нужно. Так что вали отсюда нахер, козел. Затянись. Не-не-не-не-не, я больше не курю. Она плохо считает. Это отличная трава. Ладно, давай. Чё там, как? Нормально? О, да. Мягкий философский кайф. Ну-ка, чё там? Что дарует нам мать-земля? Это там клоуны? Что это, мать твою? Сраная наркомания, блин. Как Rockstar могли это вообще придумать? Что это такое? Так, это люди обычно, чё их убивают? Так, на, получай фургон сраный. Кто еще? Ты что? Так, ну это люди, ну мало ли, может они какие-то зараженные там, не знаю. Сраный страйкер не достреливает еще до туда. Во бляха. Блин, чё я людей обычно убиваю вообще? Чё они мне сделали? Хватит, ты пугаешь детей. Каких детей? В GTA 5 хоть один ребенок есть вообще? Блин, где они? Чё это? Откуда они стреляют? Fucked up.
Is this one of those hidden camera shows? Да, Тревор, это телешоу. А ты что, не знал, что ли? Такое новое телешоу. Называется «Оно нападает на беззащитного наркомана, который давно завязал с употреблением наркоты, но теперь он ее торгует, короче, новое шоу». По РНТВ показывают. Где последний-то? Чё он не вылазит? Последний, ты где? Что-то красная метка была, но где он? Ага, вышел. Сколько тут среди вас педофилов и насильников? Что ты несешь? Ух, нихера себе! Кто из нас смеется последним? Ой, я подпишу, все плывет, неплохо. А Тревор, не надо так. Не надо так. Не употребляй наркоту. Не надо. Полная хинея, бля. Все же подумай о моих словах. Да. Превентивный удар. Чё, блин, чё надо было сделать-то? Ну-ка. Не понял. Разве... В смысле? Этой миссии даже нету здесь, что ли? Это интересно-то. Хорошо. Так. Поедем мы, пожалуй, на ХС. Потому что это единственная, наверное, сюжетная миссия, которая тут есть. Тогда пройдем ее и закончим. Пожалуй, на таксишечке. Стой! Стой! Ну что ты делаешь-то, а? Ну стоять! Он такой, такси, сказал. Сбил, а потом, такси, здрасте, это я. Он же сразу тебя не заметил. Ты куда меня привез? А, не, все нормально. Так, что, мини-подлодку спиздить? У меня на снайперку патронов нет, я понял. Ага, круто. Так, что-то с глушаком надо, наверное, взять, чтобы там это... Не всполошились они. Опа. Ничего страшного. Нормально все, у нас плывет. Ага. Вам нужно залезть на мини-подлодку, чтобы... Ну охереть, вам нужно залезть в машину, чтобы попасть в нее. Ну логично же, Rockstar. Как можно было такое написать вообще, а? Тревор? Флойд, я достал подлодку, про которую мы говорили. Помоги... Флойд, не молчи, иначе я приду и я, я. Мы оба знаем, что тогда будет. Ладно, ладно, приводите ее. В западной доке, к пирсу номер 400 скоро буду. Послушайте, я подгоню грузовик, чтобы он отвез вас на склад. Это что, профсоюзный работник честно заработал на хлеб? Сэр, тут ничего честного. Это самообеспечить честное задание, которое я себе представляю. И мы же никому не причиняем вреда. Нет, никому, если не считать владельца подлодки. И тех наемников на сухогрузе. Дружище, советую тебе побольше узнать о Мэри Высер Секьюрити и Консластер Тятятян, блять. Они все давно преступления против человечества. Не защищала своих подрядчиков от любых исков военных, так и гражданских. У них неприкосновенности, они ведут себя как соответствующие, блять.
Заговаривайся уже. Рот убивают везучие засранцы. Послушайте, я ничего в этом не знаю. Вот именно, вот о чем и речь. Услугами Мэри Высер используют самые богатые и жадные, которым обожают срать с удовольствием. Насрем на голову им, короче, мы. Супер, прям не терпится это сделать. Ну вот, так-то лучше. Все, я надеюсь, вы закончили? Кто там свистит? Касатки, что ли, плавают? Не понимаю. Свист какой-то слышите? Или это у меня только из колонок? Да, блин. Наверное, это не только у меня, ну ладно. Тихий океан. А, это Тихий океан еще. А, ну вообще да. Атлантический с другой стороны. Во что я врезался, камень сраный? Да... Вы что, издеваетесь, что ли? Мне какой-то коралл остановил. Кстати, если сломать коралл, там... Это тебя... Очень неплохо так накажут. Так что валим отсюда быстрее. Блин, рыбка, прости. О, метка. Ой, да не еще плыть и плыть. Как меня это достало. Кусок пластмасски, который вообще не хочет плыть. Ну-ка, быстро вообще плывут. Ну, хотя, в принципе, как буксир примерно. Может, чуть-чуть помедленнее буксира. Флойд, ты там? Да, сэр, я на кране, вылезать, я вытащу вас на берег. Отлично. Ты чего там? Все готово, поехали, поехали. Да-да-да, хорошо. Что так? О боже. Ладно, понеслась. Все, все, я тут. Боже ты мой. Подлодка замаскирована как следует. Когда приедем на место, все будет нормально. Ты что, решил не дерзить? Не-не-не-не-не, я все равно не вовсе хотел дерзить. Не решился. Просто привык к такому давлению. Если ты видишь на тело, которое должен действовать, тому, то будет жарко. Что? Я никого ничего не наводил. Выбирали изменения инфу угрозами, уговорами и обманом. Если ты хочешь свою долю, просто уходи. Я не могу уйти, вы собираетесь ограбить мое место работы, еще вставляете планы этого у меня дома. Можете тормозить. Выйти из грузовика. А может я посидеть хочу? Зачем выйти-то сразу? Ты уверен, что будет так все? Уверен. Если, ну а ладно, если соврал, то печень сажу. Пошел отсюда. Ты куда побежал-то? Альпиндок убит 25 раз. Охеренная информация, вообще самое нужное, что я должен был сейчас узнать. Ты куда поехал-то? Стой, меня-то забери, сука. О, 100% золото, золотишко.
Так. Ну, я думаю, на этом мы с вами закончим. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.